пороге, да? Какие они здоровые там. Все, понял, спасибо, получено. Ладно. В общем, заказал пороги себе для машины и арки заодно. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. На связи Ромарио Эгоисто. Как вы поняли, я уже приобрел пороги и арки, поскольку автомобиль требует ухода. Даже не только внутреннего, но и внешнего. Автомашина у меня не новая. У меня это Toyota 2004 года. И за ней нужен уход. Вот. По ходовой нареканий у меня нет пока. Ну, слежу по мере возможности. Заказываю разные комплектующие, расходники. Прохожу ТО. Вот. Последний раз весной менял дворники. У меня они как бы ушатались. Просто улетел однажды дворник. Об этом был ролик, кстати. Также мой дядька мне подгонял целый ящик практически масла родного тойотовского. Вот, а потом цены резко взлетели. Так что с маслом мне тоже повезло. Вот, заказываю комплектующие своего приятеля. Он мой сосед, у него есть магазин. Андрей Бужак. Андрей, тебе привет, если ты вдруг увидишь. Вот, всем рекомендую. В Эжинском районе магазин на улице Мира. Автозапчасти. Вот, подбирает качественные товары. Вот, и, соответственно, рекомендует, если надо, что. Очень хороший, душевный человек, Андрюк. Поэтому стойки, втулки и прочие штучки я заказываю у него. Хотя могу заказать также и на Али или где-нибудь еще. Но вот по кузовщине я сейчас заказал на Алиэкспрессе. Дядька тоже советовал, говорит, попробуй, говорит, заказать в Питере, типа того. Ну, я уже успел к тому времени заказать на Али, вот, поскольку мне пока понравилась цена, качество и отзывы. Вот. И получив данные пороги и арки, я понял, что они, во-первых, визуально мне они подходят, то есть уже по нюансам будем смотреть со специалистом, который будет их устанавливать. То есть надо будет загонять машину на станцию, снимать крыло, там, снимать пороги. Все это подгонять по размеру, где-то, может быть, подпилить их, загрутовать, покрасить. То есть такая серьезная работа. Ну, это тоже должен, думаю, делать специалист. Вот. Я сам как бы не специалист в этой области, да и гаража у меня, собственно, нету. Там, может, где-то могу обратиться к приятелю, который мне вот тоже... Вадик, тебе привет. Я, кстати, еще думаю насчет того, чтобы... По вопросу противотуманной фары своей к тебе заехать туда, ну, ко всем, скажем, к братьям у Стаса. Стас, респект тебе, братуха. И всем там, Роман, там, все, короче, кто меня знает, может быть, Эжева смотрит. Прохор, тебе тоже привет. Я знаю, что ты не отказал тогда, по словам Вадика, мне заехать, чтобы... Ну, я сам туда не смог. По времени, и по работе, и по здоровью. Это на костылях ходил еще. Так что вот, буду, в общем, ремонтировать, буду вас держать в курсе, дорогие друзья, подписчики. Всем привет, всем эжинским привет, сыктывкарским привет, всем, кто меня знает. Москва, не знаю, там, Россия, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье. Всем респект. Спасибо, что смотрите меня. Я для вас и снимаю, все те, кто меня смотрит. Пока.